Здравствуйте! Здравствуйте! На речку. Открывать вот такую вот игрушку на радиоуправлении. У нас эта машина называет Максим. Как ты ее называешь? Монстр-трак. А вообще тут написано Off-Road Safari. То есть на таких машинах ездят по сафари. А кто тебе эту машинку подарил, Максим? Кто тебе подарил машинку? Бабушка? Бабушка, да. Бабушка нас поставляет подарками чуть ли не через каждый день. Вот здесь я вот уже тебя начал открывать. Давай, тяни. Давай, поставим. И выезжает наш монстр-трак. Опа, выехал. Посмотрим ближе. Вот монстр-трак. Хорошо, продолжаем распаковку. А вот и наш монстр-трак. Как Максим называет. Но здесь еще прикручено, Максим. Ух, они уже привязали этот монстр-трак, да? А у нас еще батарейка. Батарейка есть? Да. Ну что, вставляем сюда батареечку. Так, давай посмотрим, какой стороной. Нет. Вот так. Давай. Жми, жми, жми. Нет? А ну, сильно. Интересно, да? Да. Ну что, ты готов? Да. Нажимаем кнопочку. Покажи, где кнопочка. Вот кнопочка. Все, Максимка включил. И поедет наш монстр-трак сегодня, наш джип? Не поедет. А что ж такое? Мы попробовали по травке, и наш монстр-трак, наш джип не едет. Так мы пришли по дороге попробовать. Да? А ну покажи, едет? Приехал! Врезался в маму, да? Видишь, как у него фары горят, мигают? Максимчик, он по траве, наверное, плохо едет. Давай выезжай на дорогу. Чуть-чуть поехал? Получилось? Да? Получается? Уже по кругу научился его возить, да? Ой, снова на травку заехал. О, получилось выехать, молодец. Вот это такое трамплинище ты хочешь сделать? Это, наверное, чересчур большое, Максимка. Думаешь, твой джип заедет туда? Помочь? Получается? Почти получилось. Ну? Не получается. Покажи нам всем. Ой, застрял. О, получилось. Вырулил. Да, это он поехал. Маленькая, я там ездил пульта. Да? Да.
Максим одним пультом управления управляет двумя машинами сразу. Не знаю, как так получается. Спасибо за внимание. Пока. Пока-пока.